Здравствуйте, друзья! Мы снова на нашем строительном объекте. Если кто-то в состоянии узнать то, что видно сейчас. Потому что мы сами узнать не можем. Сами мы, да, с трудом соображаем. Вот здесь был такой навес, вот вдоль этого, ну, если можно назвать это забором, вот с соседями. Вот тут все это было накрыто сверху таким навесом. И как бы здесь такая кладовка была. Так, я понимаю, здесь был гараж, правильно? Вот это вот. Карпорт. Да, а вон там подальше был гараж. Слушай, как хорошо без всех этих строений. Вот, ну, так смотришь и... Потому и самоценность. Замечательно, как все хорошо выглядит, когда ничего нет. Ну, давайте пройдем немножко дальше туда. Да, со стенами, конечно, впечатление было более серьезное. Ну что, Свет, ты можешь сказать, что здесь будет вот... Здесь будет город заложен. Ты знаешь, вот так разбирают, такое ощущение, что проще снести. Нет? Ну, так тогда же будет новый дом. Ну да, да. Тут же, конечно, проще снести, но... То есть, наверное, много денег стоит все это разобрать. Конечно, да. Слушай, а вот эти вот трубы, которые здесь торчат, они уйдут? Конечно. То есть все это подлежит удалению? Да, конечно. Ага. Понял. Это плохие трубы, это... Понятно, мы заменим на хорошие. А что-то останется из того, что мы видим? Вот да, что-нибудь? Так вот та вся часть остается, в том-то все дело. То есть вот эти деревяшки вертикальные и горизонтальные остаются? Вот эта часть, это же часть дома уже. Вот здесь будет family room, да? Так. Вот здесь прям... будет family room. Вот это прямо ее и ширина есть. Так. Вот. Слушай, а это какой-то шкаф? Я не знаю, что это? Это не шкаф, там, по-моему, heating conditioner стоит. Я понял. Он же в гараже. Кондиционер, я понял. Гаража нет, а кондиционер остался. Как грустно все так, это. Аккуратно, здесь будет торчать прямо кверху. Да, а тут страшное дело. Как вот, грустно. Видишь, вот оно что. Что, что? Был старый дом. Был старый дом. И это самое, чтобы его утеплить, в старых домах нет утепления внутри. Так. Так они сверху на это стака. На штукатурку. На штукатурку. Они сверху положили утеплитель и закрыли снаружи вот этим пластмассовым сайдингом. Так, а теперь сайдинг убрали, утеплитель убрали. И мы видим оригинальную стену, которой лет, ну, не 100. Ну почему? 50 какого-то года. Вот эта стена вся остается. Это вдоль соседского забора. Да? А вот эти гвозди, это ими было прибито вот это вот, да? То, что да. Снаружи было. Ага. Ну, подожди, а что значит она остается? Она такая вот обшарпанная так и будет? Нет, нет. Ну они же сверху покроют ее. Но, во всяком случае, там же несколько лейеров, когда сделана эта стака. Оп. Так, вот, смотрите, вечный гвоздь, друзья, вечный. Это не железо какое-нибудь, это не ржавеет. Так. Понятно. Ну, конечно, там будут другие окна, там кое-что уйдет из этого, но тем не менее. Так. Кошмарно все это выглядит, но... Зато вот забор, соседский забор хороший, знаешь, новый. Особенно удались хозяйки шпроты. Да. Друзья, мы заходим через дверь, мы заходим на объект. Вот так. Слушай, ты мне скажи, а разборка, она уже подошла к концу или еще будут что-нибудь разбирать тоже? Не, я не знаю, там они будут делать все, что написано на планах, разобрать и собрать. Да. Да. Не, ну крыша, конечно, там же уйдет крыша часть. Конечно, все разберется. Вот этот, друзья, кусок крыши. Видите, он теперь внизу повержен. Крыши больше нет. А вот этот стоит здоровенный такой контейнер, серьезного размера контейнер. Это в 2 раза больше. Да. 4 контейнера вывезли. Уже 4 вывезли, а еще вот этот, значит, вот тут человек, сегодня понедельник, сегодня праздничный день, как бы не рабочий, но вот он тут, значит, работает, собирает мусор, и все это в контейнер, все на помойку.